Экспертное мнение на ТСВ в студии. Спортивные журналисты Владислав Лукаш, Денис Мартыненко, Юрий Заяц, Максим Кирязов. Все мы вчера были на футболе в Кишиневе. Всем... Уже второй год мы все, всем ТСВ, спортивные журналисты. И будем ими как минимум еще до Нового года. Потому что вчера Шериф снова обеспечил себе групповую стадию Еврокубков. Осталось только решить, каких именно, в каком именно турнире он будет играть. Вот мы вчера все были на футболе. Давайте, ну, наконец-то обсудим уже на трезвую голову, да, что вчера произошло и что из себя представляет Шериф. Давайте поговорим прежде всего об атмосфере. Просто я был удивлен, да, если первый матч со Зрински, ну, скажем так, было полстадиона, то вчера был практически заполнен, и фантастическая атмосфера была, и жители Кишинева с нашими болельщиками, которые приехали из Тирасполя, ну, невероятно поддерживали. Если помните, у нас такое было только когда приезжал Реал, Интер, в общем, это здорово. В Кишиневе в Лиге чемпионов не было 7 лет, и вот Шериф привез этот вот самый турнир. В Кишиневе. Да, все было достаточно. Это что, ребят, это что, вот, то, что Шериф разрекламировал себе в прошлом сезоне, или то, что в Кишиневе просто не привыкли к такому крупному турниру, что заскучились? Да, даже давайте на квалификацию не будем такой забывать, что стадион Зимбро – это сейчас главный стадион Еврокубков вот, по всему континенту, потому что там за 4 недели прошло 5 еврокубковых матчей. И Святой Георгий там играл в Лиге конференции, и Петрокуб, и Шериф. То есть, казалось бы, Кишинев к футболу снова начинает привыкать. Об атмосфере, обо всем этом звуке, все звучало по-настоящему громко и по-футбольному. А на Святой Георгий тоже был на стадион? Нет, на Святом Георгии было 4500, на Петрокубе, вот в последняя игра с Албанским Лачи было 5500, вчера было, говорят, около 7000. И заметьте, а своей команды нет, которая играет в Еврокубках. То есть, привозит Петрокуб. Город хочет и болеет, да, за ты понимаешь, команды. У них все они... команды, которые сейчас играют, это не кишиневские. Ты понимаешь, они все... То есть в Кишиневе большой футбол периодически случается, но случается, когда приезжают сборные именитые, да, то есть мы знаем, когда приезжает там Уэльс или там, я не знаю, сборная Испании, хотя сборной Испании давно не было, голландцы, Франция, то есть люди идут, да, посмотреть на звезд, а тут приехали звезды из Тирасполя, и вот будут, получается... будет у нашего клуба кишиневская прописка, ну, давайте, до Нового года. Давайте не будем принижать все-таки атмосферу, которая бывает у нас на главной арене. Сравним два стадиона. Стадион Зимбро, он более компактный, чем главная арена. Там меньше свободного пространства. И самое главное, там рядом многоэтажка, которая помогает. То есть добавляет акустики, добавляет шумы. Благодаря этому все действительно звучит. А мы не умоляем нашу арену, нашу поддержку. Просто приятно, это очень приятно, очень что приятно, в Кишиневе болеют за Шериф. Вы видели эти заряды, да, с фан-сектора Шерифа, которые подхватывали трибуны и подхватывают обычные кишиневцы рядовые, не фанаты, не приднестровцы, не тираспорчане, вот именно кишиневцы. И многоэтажка еще, да, которая... Да, балконы, многоэтажки. А вот фонарики, да, на мобильных телефонах, как было на Тоттенхэме. С 80-й минуты, да. Давайте мы... Я немножко о другом говорил, не о том, как поддерживаю, да, лучше, хуже у нас или в Кишиневе, а о том, что на матч такой ранней стадии пришел полный стадион. В Тирасполе, вот в прошлом году, если вспомнить, на Тиуту и на Лашкерт. Ну, давайте не будем сравнивать, потому что все-таки Кишинев в разы больше. И а если давайте взять о самой игре поговорим, пропорциональность, то, наверное, да, об эмоциях и так далее. Давайте все-таки мы сидели, ждали до 88 минуты, что нам придется задержаться в Кишиневе еще как минимум на час, да, с учетом пресс-конференции еще часа на два. Все-таки это случилось, забили на 88. Ну вот как-то не идет, да, у Шерифа мяч в ворота. Почему? Что это было такое вчера именно с реализацией? Вот мне хотелось бы на эту тему поговорить. Ты видишь, с реализацией проблемы все-таки есть, да, как показывает игра, ну, и моментов хватает, да, создаются моменты, но вот мяч не идет в ворота. Вчера, кстати, впервые в стартовом составе появился новичок, форвард Кейт Иян. Он играл 75 минут, если я не ошибаюсь. Это вот этот лысый, громадный, да, большой, пугающий форвард. Лысый голландец, но не Ариен Робин. Не Ариен Робин? Зато удобно его на поле, да, различить по осени. Очень такой габаритный, но потом уже вышел Инсане и сделал... Ну, сделал результат, можно сказать. Ну, знаете, у меня такая мысль пришла в голову, что мы каждое лето здесь собираемся, в июне, когда начинаются там Еврокубки, и мы каждый раз говорим о реализации. Новая команда, сырая. И Вернедубовский Шериф тоже был. Очень большие проблемы были в июле с реализацией. Моменты создавали, но... А началось все с того, что бельцам проиграли. Вот, это вообще, да. И так каждый год. То есть, мне кажется, нам нужно привыкнуть к тому моменту, что строится новая команда у Шерифа, вот именно вот в этот период. И что не все так гладко получается. Да, но Степан Томас уже сотворил футбольную историю.
историю, потому что он первый тренер, при котором Шериф так стартовал в Еврокубках, не пропустив ни одного мяча за первые два раунда. То есть у Вернедуба тоже была железобетонная оборона, но от Алашкерта в Тирасполе на Малой арене он пропустил. То есть после двух раундов был один пропущенный, а сейчас у Шерифа два. Тут еще нужно отметить, что оборона, в принципе, тоже, как и вся команда, строится с нуля. То есть, да, у нас Степан Радельевич остался, который еще с прошлого сезона, но он в Еврокубках не получал практики. А Радельевич и Габи Кики, это просто железобетонная оборона. Казалось бы, я почему-то думал перед началом сезона, что Евангел будет стабильным игроком основы, потому что он еще из того прошлого сезона, и казалось бы, с Радельевичем они могут вместе на поле хорошо коммуницировать, как в матче с Брагой было в Лиге Европы, но нет. Грек выходит вот только на замену. Вчера он появился, но уже после забитого мяча, скажем так, удержать результат. Но все равно мы в миг-зоне чуть-чуть с ним поговорили. Он принимает свою новую позицию и готов и в нынешних условиях бороться за место. Слушайте, Томас правильно вчера сказал, да, я ему задал вопрос, что думаете о реализации, вы за 4 матча забили один гол, ну, один был с автогола, да, один гол. Он хорошо сказал, вы только на один момент смотрите, а почему на второй момент не смотрите, что мы ни одного мяча не пропустили. Да, сборная Греции так чемпионат Европы выиграла 18 лет назад. Меня очень подкупает, что Томас на второй или на третьей пресс-конференции подряд на всех общениях с журналистами твердо уверен в том, что команда дойдет до группы Лиги Чемпионов. У него есть конкретно цель, он ее ставит, и как бы он воспринимает это все происходящее, как будто это вот его намеченный план. А мы его спросили, на первой тренировке, открытой тренировке Шерифа, это было его первое интервью в Тирасполе, мы его спросили, есть ли в мыслях повторить тот результат, который был в прошлом сезоне, он же у Шерифа, он ответил, да, конечно, я запомнил узнал Шериф во время матча на Сантьяго Бернабеу, и вот с тех пор у меня есть какие-то мысли, есть какие-то идеи посмотреть, как бы я выглядел в этой команде с примерно этим подбором игроков. Ну вот, он получает свой новый вызов, первый большой вызов в его тренерской карьере. Посмотрим, что мне кажется, получится. В мыслях у Степана Томаса действительно, как минимум, повторить тот результат прошлогодний, да, сыграть в группе Лиги Чемпионов. И я на что еще хочу обратить внимание, да, когда мы общаемся с игроками, с тем же Степаном Томасом, вот и изначально мне казалось, что это какая-то чересчур самоуверенная позиция, что мы будем в группе. И я тоже На тренировке, прямо перед игрой с Марибором, общался с ребятами. Вообще настроение было шикарное в плане того, что мы в себя верим, мы эту команду пройдем. И да, где-то мне, может, показалось, что они немножко самоуверены, но здесь нужно отметить, что ребята психологически понимают, что они лучше. И, в принципе, на поле они были лучше. И в первом матче, и во втором. И давайте вспомним, продолжая разговор об обороне, сколько раз били по воротам Шерифа вот за эти матчи. Тот же Зринский, тот же Марибор. Они практически не ударили в створ. Ну, я не знаю, вчера был. Один раз Зринский. Вот все, что мы за 4 матча. Это все-таки результат. И это тренерский результат, и результат командной игры, той, которую устраивает. Давайте мы сейчас свяжемся с пресс-атташе футбольного клуба «Шериф» Мирославом Примовичем, который сегодня в 3 ночи только, да, приехал в Тирасполь. Узнаем, что думают в команде после победы, после прохода в третий раунд. Мирослав, привет. Ты сидел перед нами на стадионе «Зимбру». Мы все видели эту радость твою, в первую очередь, на 88-й минуте. Ты тоже ждал дополнительное время? Нет, я с самого начала был уверен, что Шериф забьет. Естественно, я не знал, когда он это сделает, но уверенность в том, что команда забьет, была 100%. Особенно после первого матча в Мариборе, где мы доминировали, причем доминировали, можно сказать, тотально. В принципе, игра в Кишиневе ничего не отличалась от первой встречи. Шериф также много атаковал, много комбинировал и стал пути прорвать эту оборону центральными защитниками. Это было очень хорошо видно, но меня удивил Марибор тем, что играл вот таким образом. Все-таки от Марибора мы ждали совсем другой игры. Мирослав, ты лично и команда уже чувствуете стадион в Кишиневе, стадион «Зимбру», что вы играете дома при своих зрителях, а не на выезде? Или все-таки стадион пока не совсем свой? Игры пока остаются удачными. Если вы смотрели официальный сайт клуба сегодня, то мы опять выложили благодарность болельщикам, которые были на стадионе «Зимбру», потому что атмосфера, которая там была, была просто феерической. И скажу так, что и в первом поединке, который мы там провели против Зрински,
чувствовалось, что не только наши тираспольские коллеги за нас переживают, но и кишиневские, и других городов Республики Молдова. Это было слышно, а вчера была просто феерическая поддержка. Видно, что все соскучились по матчам Лиги Чемпионов в Кишиневе. Все хотят, чтобы Шериф шел как можно дальше. Но с другой стороны, я видел очень много специалистов футбола, которые пришли на этот матч, на матч нашего клуба, и поддерживали, причем делали это искренне. И слова поддержки, и Белина, себя на трибуне, соответственно, поддерживая команду. Поэтому я думаю, что в этот вечер на трибунах был не только Тирасполь, конечно, в первую очередь, но и практически вся Молдова, из разных городов были люди. Я думаю, что особенно те, кто в прошлом году не попали на групповую стадию Лиги Чемпионов, у них теперь есть такая возможность. Мы, конечно, надеемся, что Шериф вернется и будет играть в Тирасполь, но пока об этом говорить рано. Мы в начале программы немного затронули тему того, что в Кишиневе на Зимбру сейчас играют практически все молдавские команды. Да? Вот тут сразу вопрос появляется, а поле выдержит? Все-таки чуть ли не каждую неделю, да, играет Шериф. 5 игр за месяц. Вот 2 августа снова играет в Кишиневе, плюс начинается чемпионат, и первый матч Зимбру как раз, по-моему, играет на выезде. Уже есть какие-то мысли? Может быть, федерация будет переносить определенные игры, либо Зимбру будет играть на запасном своем поле, чтобы сохранить вот это главное поле для Еврокубков? Ну, я не знаю про такие мысли, потому что в субботу мы играем молдавскую классику на этом же поле. Но по качеству абсолютно нет никаких претензий, потому что были вопросы на матче с Зимбру, там в некоторых местах. Но настолько хорошо поработали агрономы Зимбру и привели поле в порядок, что вчера оно было очень близко к идеальному. За это тоже огромное спасибо. Скажу вам больше, что даст Бог, мы с вами получится одолеть в четверг своего соперника, и он там же будет играть на Зимбру в третьем туре Лиги Конференции. То есть будет уже не практически все, а буквально все молдавские команды. Ну и даст Бог, конечно, пройдет и Петрокуб. Мы всем желаем победы, потому что это одно общее дело. Вот о том, с кем Шериф будет играть в третьем раунде, стало известно примерно в то же время, да, когда закончился матч в Кишиневе. Кого больше хотелось в соперника? Все-таки ХИК финский или чешскую Викторию? Ну, я думаю, в третьем раунде уже трудно что-то выбирать, потому что команда примерно одного уровня. Пылзень доказал, что он сильнее Хика, причем абсолютно по всем статьям. Силовой футбол, который финны проповедуют, должен был в некотором роде помочь им хоть как-то, да, сопротивляться Виктории, но это не получилось, особенно во втором матче. И наш соперник, мы очень надеемся по ходу матча, что будет именно наш соперник. Итог его был понятен уже в первом тайме. После победы в гостях 2-1, 3-0 в первой половине встречи практически уже вопрос был закрыт по победителям пары ХИК Виктория Ползун. Матч во вторник, когда билеты уже поступят в продажу, наверное, со дня на день? Ну да, ближе завтра, послезавтра билеты будут, сейчас последние приготовления к этому идут. Конечно, проще, когда играешь первый матч на выезде, и есть 2 недели от одного домашнего матча до другого, но ничего не поделаешь, такова была жеребьевка, нужно к этому всему адаптироваться, теперь нужно все очень быстро делать и готовиться к матчу, который будет во вторник в Кишиневе, ответный тур, если вы не знаете, я вам скажу, 9 числа, также в 8 вечера по Краснодарскому времени будет в Чехии. Чисто по вторникам, да, играет Шериф в этом году? Да, где проще начинать? Может, ну, стратегия, да, немножко разная, в гостях или все-таки дома? Как удобнее? Ну, если хорошо играть, то абсолютно без разницы, где играть. В принципе, и в Мариборе мы показали хорошую игру, и в Кишиневе примерно такого же уровня. И наша команда потихоньку начинает привыкать и к тренеру, и появился рисунок, и понятно, что, чего они хотят на поле, понятно, как они хотят на поле. Есть еще достаточно широковатости, над ними работают, но я думаю, в скором времени, шаг за шагом, все это уйдет. У Шерифа опять будет команда, которая все будет гордиться. Ну, уже, я думаю, гордятся этой командой, потому что задача минимум выполнена, осталось выполнить задачу максимум. По поводу новичков. Есть какая-то информация? Вот пару дней назад Диопа подписали. Но мне что-то подсказывает, что еще какие-то приобретения будут.
Все возможно в этом мире. Конечно же, учитывая, что команда уже будет играть на групповой стадии одного из евротурниров, я не исключаю, что да, будут деньги. Давай спросим в лоб просто то, что всех волнует. А Лувонор вернется в этом сезоне к нам помочь выйти в Лигу чемпионов или нет? Лувонор пока забивает в Бразилии. Это вся информация, которая есть на данный момент. Нам бы все хотелось, чтобы Энрике вернулся. Он лидер, лидер даже находясь там. Он всегда переживает за клуб, считает себя именно частью футбольного клуба «Шериф». Мы вчера на трибунах видели еще одного новичка, да, можно сказать, уже не новичка, но все-таки Атим Вен, да. Ну, это, во-первых, мы узнали, что это самый инстаграмный игрок «Шериф», у него 250 тысяч подписчиков, ну и выглядит он как, не знаю, гангстер, да, выглядит в цепях. Как босс, да, как футбольный босс. Связано ли его возвращение, да, после травмы? Вот, ну, я, насколько понимаю, он уже восстановился. С какими-то ожиданиями вот в предстоящий матч? Может быть, он вернется играть с чехами? И от него что-то ждут? Ну, может... Всем новичкам нужно понимать, надо дать время для того, чтобы они адаптировались. Футболисты вообще такие персонажи, которые один адаптируется быстрее, другой адаптируется позже. Есть люди, которые выстреливают сразу, а есть люди, которым нужно 2-3 месяца на то, чтобы привыкнуть и показать себя. У Атим Вена была проблема в том, что через 7 минут после выхода на поле в Мостаре травмировал. Но это ни о чем не говорит, он уже приступил к тренировкам в общей группе, поэтому ожидаем его и в заявке. Ну, уже тренерскому штабу решать, кого заявлять на третий тур, кого нет. Но в любом случае, самая большая заявка будет перед групповым турниром. Там уже те, кто покажет себя вот в этих отборочных раундах, я думаю, 100% получат право играть и на групповом этапе одного из европейских турниров. Мирослав, ты сказал, что был уверен, что гол забьют. Откуда такая уверенность после того, как в трех матчах «Шериф» самостоятельно ни одного гола не забил? Ну, я не согласен с формулировкой «самостоятельно не забил», потому что автогол – это тоже есть плод работы всей команды, заставить соперника ошибиться. Но то, что там боролся Рашид за верховой мяч, я говорю сейчас об автоголе, который мы обсуждаем, и он заставил соперника сыграть именно таким образом, мы спокойно можем отдать дань благодарности Рашиду за этот эпизод. И он, как игрок футбольного клуба «Шериф», причастен к этому забитому мячу. Поэтому это совсем не означает, что забил его соперник. Не развели же они мяч с центра поля и забили свои ворота, правильно? С другой стороны, то качество игры, которое появилось в «Мариборе», то, как команда играла в товарищеских матчах, вы их не видели. В контрольных матчах вы их не видели, и как она забивала мячи. Просто разница между контрольными матчами и официальными чуть-чуть другая. Тут более высокая ответственность. И нужно было просто вот эти оковы себя выбросить, чтобы спокойно реализовывать перед воротами свои моменты. Об этом, о том, что есть волнение у ребят наших сегодняшних, говорит и вот два миллионопроцентных момента у Момо, которую они забили, а Зринский выход один в один. И вчера у него миллион вариантов для того, чтобы или отдать передачу, или забить мяч там 7 метров ворота, бей куда хочешь, ты попадаешь в ногу. Это не говорит о том, что Момо не квалифицированный футболист, это говорит лишь о том, что присутствует волнение, есть большое желание добиться как минимум такого же результата, как в прошлом сезоне в Еврокубках. И вот это волнение дает о себе знать. Я это только не объясняю, потому что мастерства у футболистов хватает. Я думаю, что вот как они только успокоятся, поймут, что надо просто делать свое дело, и придет результат, и появится и та результативность, которую мы все хотим. И не исключено, что матчи чемпионата вот эту уверенность не придаст. Все, Мирослав, спасибо большое. У нас на связи был пресс-атташе футбольного клуба «Шериф» Мирослав Примович. Мирослав, пока. Хотел бы толкнуться от последней мысли Мирослава, что команда будет дальше чувствовать себя увереннее. Сейчас начинается чемпионат, и мы знаем, что постепенно, вкатываясь в сезон, команда будет набирать форму. И вот, мы видим, как в прошлом сезоне вот пик формы, да, приходится на конец августа. И дальше уже
там идет групповая стадия Еврокубка. Это без чемпионата. В прошлом году матчи чемпионата переносили все с августа. И переносили на Еврокубках, да, каждую неделю все равно, да, форма росла. У команды же были предсезонные, межсезонные игры. То есть к концу августа все-таки вот, нельзя сказать, что пик, но на какой-то определенный уровень. Степан Томас вчера сказал на пресс-конференции, что в матчах чемпионата, вот в матче с Зимбру в субботнем, будут заигрывать игроков замены. Да. Те, которые сидели на лавке, меньше, да, играли, меньше, да, играют. Чтобы те отдохнули. Не стоит забывать, что по новом формате чемпионат Молдавии, там будет меньше матчей, чем прежнему календарю, к которому мы привыкли, так что слишком много футболистов не наиграют, даже несмотря на то, что Евроосень точно будет. Кстати, очень здорово, что начинается чемпионат еще почему? Что тех игроков, которые сейчас, да, сидели на лавке, вот эти матчи Лиги Чемпионов, Томас сможет просмотреть их в деле. Отбор есть, да, будет есть для Еврокубка. Есть же Анкудинов, тот же нападающий, который в прошлом сезоне чуть поиграл. И он еще при прежнем тренере переходил, и на него ставку делал прежний тренер. Пока, скажем так, Степан Томас в нем не видит, да, усиления, если он не попадает в заявку, но вот, может быть, у этого парня получится, как и у других, многих других, потому что футболистов хватает, и вот есть шанс рассмотреть всех их на поле в матчах чемпионата Молдавии. По поводу Инсана Мамоту, что Мирослав сказал, что ему кажется, что это от большого желания. Вопрос такой, не кажется ли вам, что вчера слишком поздно выпустили Инсана Маму? Он мог бы изменить все и поправить и раньше. Подождите, дело не в том, он предыдущий матч играл 90 минут, да? То есть, может быть, не 90, если я ошибаюсь. Он вышел в старте, да. Но не случилось, как совпадение, только вышел и забил. Может быть, это человек замены. Может быть, да, мы помним его гол Шахтеру здесь же, да, на Тираспольском стадионе, когда он тоже вышел на замену, головой забил. Да, но про большое желание я могу понять, откуда эти слова. Помните матч с Брагой, когда момент был в Тирасполе, здесь был пенальти назначен. Перед этим, казалось, состоялось взятие ворота, и Инсане Момо с линии добил мяч и тем самым залез в офсайд. То есть судья потом пошел смотреть вар и назначил пенальти, но если бы повода назначить пенальти не было бы, то Момо фактически отнял бы чистый гол. Вот это самое большое желание, возможно, да, вчера и помешало забить второй. Давайте гол. Мы уже наконец-то поговорим, перейдем к сопернику, следующему сопернику Шерифа. Виктория чешская из города с труднопроизносимым названием Плезень. Плезень, да, правильно? Плезень. Что из себя представляет? Я вот почитал немножко сегодня в интернете и прочитал вот что. В команде деньги появились не так давно, лет 10 назад. И вот за первые 8 лет команда трижды попадала в группу Лиги Чемпионов. И 4 раза в группу Лиги Европы. И вот только последние 2 года что-то у них не лады, они никуда ушли не могут попасть. Да? Нет, деньги есть, но, видимо, что-то какой-то переходный период в команде. Не игроки, не те, может. Но мы успели, да, сегодня посмотреть все нарезку, как проходила игра с Хиком. Там полное преимущество у Виктории Плезень. И я бы поспорил. Мне показалось, что Хик играл плохо. Защита, да, Хика тут, просто откровенно отвратительно. Тут тоже ты прав, потому что действительно дырявая была оборона у Хика. Конечно, с нашей не сравнится. Но и нужно отдать должное, что и очень подвижная линия атаки у Плезени. И, ну, это соперник намного выше классом. Ну, не намного, но, может быть, точно выше классом, чем предыдущий. Мне кажется, вот именно вот эта нарезка, которую мы смотрели с Хиком, да, 5-0, ее вот возьмут Степан Томас, аналитики Шерифа, и вот по косточкам разберут. Потому что там, на самом деле, да, видно... Два стандарта. Стандарты, навесы, как работает защита, как работает. Вот, мне кажется, показательный матч вот был с точки зрения того, чтобы подготовить свою команду к этому сопернику. Да, рассмотреть все сильные стороны соперника и понять, где нужно ставить препятствия. Вообще, Шериф очень хорошо знаком с чешским футболом. Пятый раз он будет играть с командой из Чехии. Столько же играл только с хорватскими командами. Но там была 4 раза только одна команда «Динамо Загреб». А здесь 5 разных команд из Чехии за сколько лет вот существует 23 Шериф. Года, получается. Максим вот собирает актив, он знает, с кем играл Шериф. Первый матч Шерифа в Еврокубках был 12 августа 99 года. Почему я так запомнил? Потому что накануне было самое большое солнечное затмение в 20 веке. И все города Приднестровья фактически вымерли. Все сидели по домам и смотрели на это самое затмение солнца. А потом, казалось, все Приднестровье собралось на республиканском стадионе. Ту аудиторию назвали самой большой за всю историю матчей. То есть
есть на матче «Шериф-Сигма» было около 12 тысяч зрителей, при том, что республиканский стадион вместе с заворотными трибунами, где не было сидений, вмещал то ли 7, то ли 8 тысяч. И вот тогда сыграли 1-1, в гостях 0-0 еще действовало. Где 5 тысяч стояли еще? Они стояли в проходах, они теснились, да, на заворотами. На беговых дорожках? На беговых дорожках нет, да, гостиница «Спорт», на балконе там тоже стояли люди, и даже на деревьях, мачты, где за табло там тоже собрались. Осветительные мачты на тренировочных полях, там резинка раньше была тоже, я помню, мы мальчишками. Да, это казалось просто «Сигма», то есть вот такой вот интересный. Смотрите, с чешскими командами связаны такие важные вехи в истории «Шерифа». Первая команда в Еврокубках чешская, первая команда, после которой «Шериф» попал в свою первую группу в Еврокубках Лиги Европы, тоже чешская. Может быть, сейчас тоже будет какой-то еще помним, важный период. «Фастов» в Зрин дома побеждали 1-0. И казалось, вот-вот впервые выйдем футбольную Евровесну, но проиграли Копенгагену и из группы Лиги Европы в итоге не вышли. Статистика, кстати, несмотря на то, что дважды проиграли «Спарте», да, это была одна из команд, с которыми «Шериф» играл из Чехии, статистика за то, что «Шериф» играет чаще всего в ничью с чехами. 0-0, 1-1. Кстати, 20 лет назад другая приднестровская команда, не «Шериф» и не «Телигу», у конструктора Учебрича, она провела единственный еврокубковый сезон под этим названием и тоже играла против команды из Чехии, «Синот» Угерский Градишты. Дома было 0-0, в гостях 0-4, но Максим, все равно... футбольный гик, он поднимает Я помню, да, тогда осталось матч найти человека, который сможет... Я даже название таких команд... Поверит, да, и было, вы, было, играли. Вердикт. Мы после этих 5-0, да, немножко так присели, думали... Да, наверное, будет тяжело. Страшно, страшно. И сегодня, да, полезли посмотреть, как там букмекеры расценивают следующее противостояние «Шерифа» против Пилзени. «Шериф» фаворит, оказывается. 2.47 на «Шериф», 3.2 дает на Викторию. Ну, учитывая, что это домашний матч, все-таки шансы равны. Это на победу в первом матче или на проход? Да, на победу в Кишиневе. На «Шериф» дают 2.5. То есть, ну, а вы в этой паре видите кого-то фаворитом? Нет, чтобы фаворита нет абсолютно. Действительно, да. Вчера и Степан Томас, и тренер Марибора сказал, что его спросили, как вы думаете, «Хик» либо «Ползень», или какие шансы у «Ползень» против «Шерифа». Он сказал, не могу из этой пары выделить фаворита. Вот это подтверждает и букмекеры, это подтвердили и тренеры. Ну, мне тоже кажется, это будет... Ну, вот, судя по другим прогнозам, я вот пробежался, потому что предсказывают уже сейчас на матч с «Ползенью». Опять же, букмекеры просят то, что будет сухой матч, мало голов. Вероятнее всего будет ничья, кстати, там, а не победа какой-то из команд. Посмотрим, что будет. Это при том, что «Ползень» во втором раунде забила 7 мячей за 2 матча. Посоветуем Степану Томасу выпустить за 15 минут до конца «Мамоинсоне». Все будет хорошо. А лучше выпустить за полчаса, чтобы он успел забить один или два. Да, кстати, давайте немного все-таки его реабилитируем, потому что сегодня в магазинах, в общественном транспорте, у нас в коридорах телеканала все его ругают за момент, когда втроем выходили на одного вратаря на 90-й минуте, когда нужно было забивать. Обратите внимание, там справа бежал Абу Уатара, если бы Янсене отдал бы пас на него, то он был бы в офсайде, потому что он находился за линией мяча. Поэтому он, я думаю, интуитивно принял правильное решение самому завершать эпизод, не получилось, попало. Он не единоличник, Максим, как во дворе говорят. По да? долям секунды разобрал этот момент на замедленном. Все-таки даже несмотря на вот этот выход один на один, который несмотря на другие нереализации, да, Момо. Вы слышали, как вчера стадион реагировал на то, когда он выходил на поле? Это все понимали, что выходит. Слышно, что в «Шерифе» сейчас любимчик никакой не Лувенор, да, не там, не Троу. Ты понимаешь, это еще отголоски того прошлогоднего состава, в принципе. Он остался. Роделич, Кестен Джулиан, да, который выходил. Да, еще Янсене, он отвечает, вот Мирослав сказал, что Лувенор влиял на атмосферу в команде. Теперь влияет Янсене, он в раздевалке включает музыку, то есть составляет плейлист. Мы видели, как он в миг-зоне, да, он с колонкой, в которой какой-то очень брутальный R&B, вот он выходит, гуляет, и, наверное, весь сектор «Ботаника» Кишиневский слышит музыку из его колонки. Что, закругляемся, да? Время подходит к концу. Мы сегодня говорили о вчерашнем матче с Марибором, говорили о том, что ожидает «Шериф» через неделю, даже меньше, да, 2 августа «Шериф» сыграет в Кишиневе против Виктории Пелзень. Это будет третий раунд Лиги чемпионов. Сегодня-завтра в продажу поступят билеты на этот матч. Это было экспертное мнение на ТСВ, а сразу после нас новости. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. До встречи!